Единая Россия завершила свою отчетно-выборную кампанию на Тамбовщине. В минувшие выходные в областном центре прошла региональная конференция членов партии, на которую съехались главы муниципалитетов, депутаты областной и Государственной думы, представители федерального собрания. Партийцы обсудили насущные вопросы и определили планы на ближайшее будущее. Партия «Единая Россия», говоря языком метафор, играет ведущую роль на политической арене. Видимо, поэтому завершающая отчетно-выборная конференция единороссов проходила в областном драматическом театре. В этом году на уровне местного партийного строительства произошли принципиальные изменения. К примеру, выборы руководителей тамбовских представительств партии всех уровней теперь проходят с помощью тайного голосования. Новый состав избирается на 5 лет. В этом году в 6-й части местных отделений и первичных организаций «Единая России» сменились секретари. Обновление налицо, уверен один из гостей конференции, председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Мы очень достойно провели все отчетно-выборные собрания первичных организаций, местных отделений. И когда вот с нашими коллегами разговаривали, мы поднимали все наболевшие вопросы, которые сегодня у нас присутствуют и есть. Многопартийности нам в этом направлении надо обновиться и пойти дальше для того, чтобы не потерять свои, перспективы. Не потерять перспективы, по мнению секретаря регионального отделения, это значит призвать в свои ряды как можно больше новых сторонников, а в перспективе новых членов партии. Сегодня в России, и Тамбовщина не исключение, велик процент тех, кто не верит власти, предпочитая судить об улучшениях не по громким словам и отчетам чиновников всех уровней, а по конкретным делам. На них и делает ставку «Единая Россия». В Тамбовской области, где явка на избирательных участках в день голосования составляет в среднем 60%, да, это высокий показатель, но перед нами стоит задача разбудить остальные 40%, привлечь их на свою сторону, вернуть доверие людей к выборам, наглядно показать, что «Единая Россия» – это партия всех, а не только ее членов. Партийный билет в наших руках должен быть не клубной картой, а ключом, пропуском, если хотите, в реальную политику для каждого, кто хочет сделать нашу Тамбовщину еще краше, еще лучше. Делегаты и участники конференции не могли обойти вниманием одно из главных событий последних дней – послание президента Федеральному собранию. Его еще предстоит обсуждать и делать выводы, уверен Александр Никитин. Впрочем, одну из задач, поставленных Путиным перед Федеральным собранием в этом году, область начала выполнять уже несколько лет назад. Президент дал поручение направить максимум усилий на реализацию амбициозной, смелой и жизненно важной задачи. Россия должна стать основным поставщиком продовольствия на мировой рынок. Мы данное поручение президенту уже выполняем. Я имею в виду региональное наше направление и партийный проект Центра продовольственной безопасности, а также зеленый тариф. Развивая сельскохозяйственное производство, делая упор на перерабатывающий комплекс, привлекая инвестиции в отрасль, мы сохраняем в первую очередь традиционное тамбовское село, наши корни. На завершающий партийный год отчетно-выборной конференции партийные билеты получили новые члены «Единой России». Среди них учителя, пенсионеры, госслужащие. Самые активные партийные строители получили также благодарственные письма. Евгения Конобеевская, Сергей Тамахин. Новости ТВ рассказывала.